Инструкторы по вождению записали видеообращение к губернатору. Они хотят лично встретиться с Игорем Васильевым, чтобы обсудить все проблемы. Напомню, с конца марта из-за распространения коронавирусной инфекции прекращено обучение в автошколах. Также отменены экзамены в ГИБДД. Преподаватели жалуются, что остались без денег. Хотя их коллегам из других регионов, например, Пензы и Волгоградской области, местные власти разрешили работать. Обо всем подробнее в материале Евгении Бакиной. Уже как месяц въезд на автодром закрыт, а встретить в городе учебную машину – редкость. Но не сегодня. В одном месте собралось более 30 авто. А все потому, что инструкторы по вождению больше не могут молчать. На родную площадку они приехали высказаться. Все мастера, как и Алексей Сакерин, едва сводят концы. За рулем его черный Kia ученик последний раз сидел 29 марта. После власти запретили автошколам работать. А раз нет занятий, нет и средств на жизнь. В связи с коронавирусом мы не можем работать. То есть мы не получаем зарплату, так как мы получаем за счет отработанных часов. Ну, накопления были, но все уже кончились. То есть у нас есть ипотеки, есть кредит. 24 апреля инструкторы автошкол планировали выйти на работу. Но из-за распространения коронавирусной инфекции карантин продлили в нашем регионе еще до 30 апреля. Ну и в этот день, уверены мастера, на работу они так и не выйдут. Инструкторы по вождению работают как ИП. Ежеквартально перечисляют деньги в областной бюджет. Правда, для них правительство, как для самозанятых, не придумало никаких мер поддержки. В Пензенской и Волгоградской областях программ тоже нет. Но там местные власти разрешили автошколам работать при соблюдении всех санитарных мер. И мы, в принципе, можем не просто эти меры соблюдать, но ведь у нас по регламенту есть ежедневный предрейсовый медицинский осмотр в медцентрах, где, собственно, у нас проверяют состояние здоровья, и после этого только инструктор может выйти на работу. Одна из тех эффективных мер, которая позволит контролировать и наше состояние физическое, и, соответственно, обезопасить ученика. Я писал лично сам губернатору, звонил в Роспотребнадзор. Роспотребнадзор ссылается на губернатора. Губернатор мне вчера ответил, ВКонтакте мы списываемся, что Роспотребнадзор определяет, работать нам или не работать. То есть у нас идет вот такая вот, туда-сюда нас отправляют. Чтобы правительство области приняло какие-то меры и немножечко понимало, что есть возможность ослабления этого режима, чтобы весь наш бизнес мог начинать спокойно работать. Пострадали из-за пандемии коронавируса и сами ученики. У некоторых, говорят инструкторы, заканчиваются сроки по медицинским справкам. А значит, комиссию им придется заново проходить. А у Виталия Бакулина и того хуже. 24 апреля у него был назначен экзамен в ГИБДД. Но из-за карантина в итоге ни сдачи, ни прав в кармане. Я не езжу, навыки теряются. То есть время проходит, само собой разумеется. И сколько времени пройдет до сдачи экзамена в будущем, то есть я даже не представляю. Поэтому инструкторы Кирова записали видеообращение к губернатору Игорю Васильеву с просьбой обратить внимание на проблемы. Мастера по вождению надеются, что глава региона с пониманием отнесется и в ближайшее время назначит личную встречу. Евгения Бакина, Александр Брызгалов, Бюро новостей.